Все мы любим, когда вокруг нас чисто и красиво, но многие забывают, что для того, чтобы в городе было действительно приятно жить, а улицы выглядели опрятно, нужно начать с самого себя. Прежде всего, научиться выбрасывать мусор в положенных местах. На контейнерной площадке около дома номер 3 по улице Циолковского Чкаловского микрорайона образовалась несанкционированная свалка. Жалобы от жителей дома стали поступать на горячую линию в администрацию района и на областной портал «Добродел». Как выяснилось, некие неустановленные лица периодически вываливаются на площадку строительный и бытовой мусор в огромных размерах, за счет чего образуется свалка уже за пределами самой площадки. Глава Щелковского района Алексей Валов совершил объезд, чтобы лично взять ситуацию под контроль. На данном участке в рамках программы «Безопасный регион» были установлены камеры видеонаблюдения, которые фиксируют все действия граждан, незаконно выбрасывающих мусор. Данная свалка это является конкретно административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 6.1 КОАП Московской области. И ответственность вот за сброс мусора вне установленных мест, то есть мимо контейнерной площадки, ответственность предусматривает штраф для физических лиц в размере от 4 до 5000 рублей, для юридических лиц от 300 до 500. Правонарушителям стоит помнить, что камеры позволяют по номерам автомобилей установить личность человека, незаконно вывозящего мусор, и применить к нему меры административного воздействия. И как они сейчас шустро начнут ее разгружать, вы увидите, это вообще крал. И, конечно, вот это я считаю, что большое подспорье в нашей работе, что устанавливают эти вот камеры «Безопасный город», потому что сюжет зафиксирован. Номера машин, очевидно, значит, просматриваются, люди видны. И у нас административная ответственность, мы теперь можем их разыскивать в течение 3 месяца. Да, 2 месяца. И если не за 2 месяца не нашли, на 3 месяц мы потом дело в суд передаем. Если дело доходит до суда, то штрафные санкции будут уже гораздо больше. Поэтому важно запомнить, если у вас накопился крупногабаритный мусор, вы можете вынести его на контейнерную площадку и выбросить в специальный бункер-накопитель. Если же вы делаете ремонт и большое количество отходов неизбежно, вы обязаны персонально заказать себе бункер-накопитель. Его возможно установить даже возле подъезда. Без разрешительной документации он может там простоять не более суток. Вами заключается договор с мусоровывозящей компанией, и отходы вывозятся уже на специально предназначенные для этого полигоны. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».